Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу показать обалденный вкусный рецепт из кабачков. Сезон кабачков вот-вот начнется, поэтому кидайте этот рецепт в копилку обязательно и готовьте вместе со мной. А мы начинаем готовить. Поехали! Итак, как видите, у меня здесь совсем простые ингредиенты. Это у нас кабачок, сыр натертый уже через терку, мука пшеничная, помидорка, чеснок одна головка, сметана, буквально 1 столовая ложка для нежности нашего блюда. А также и специи, соль и черный перец. Все, больше здесь ничего не нужно. Да, я еще добавлю свежемороженого укропчика. Если есть свежий, отлично. В первую очередь займемся кабачком. Нам нужно его перетереть через крупную терку. После того, как натерли, отправляем соль, хорошенечко так присолим и оставляем на 10 минут, чтобы кабачок отделил воду. Слегка перемешаем. Все, и оставляем на 10 минут. Смотрите, спустя 10 минут, сколько кабачок пустил сока. Теперь нам нужно отжать кабачок очень хорошо. Добавляю хороший пучок свежемороженого укропа к нашему выжатому кабачку. Приперчим по вкусу. Всю головку чеснока отправляю через мелкую терку. Сразу же добавляем сметану. Сметанка у меня жирная, густая и очень вкусная. А теперь это все хорошенечко перемешиваем. Аромат уже просто обалденный, друзья. Добавляю пшеничной муки. Примерно 4 столовые ложки. И опять же хорошенечко перемешиваю. Взял форму, и нам нужно хорошенечко смазать сливочным маслом. На низ отправил пергамент, чтобы не прилипало. Все, и отправляем нашу кабачковую массу в форму. У нас должен получиться кабачковая пицца. Выравниваем по всей плоскости. И для украшения буду использовать помидорку. И сверху присыпаем сыром. Готово. Осталось отправить в духовочку. Выпекать буду при температуре 200 градусов, обязательно в разогретую духовку, примерно 20 минут. И наша пицца из кабачков будет готова. Аромат уже стоит обалденный, а после духовочки будет вообще супер. А теперь пробуем, что у нас получилось.
вкуснятина, ребят. Ну вот и все, дорогие друзья. Кому понравилось, конечно же, лайк, подписываемся и делимся с друзьями этим рецептом. И не забываем подписываться на мою страничку в Instagram. Всем пока.